Ложеси, ничего не могу вам ответить. Я не знаю, как оплачивать мои семинары с территории Российской Федерации, с территории Беларуси или с территории там каких-либо стран, не знаю. Если у вас есть возможность, оплачивайте, нет, не оплачивайте. Но вы должны понять, я фактически на самом деле не заинтересован в том, чтобы у меня там кто-то покупал, кто-то не покупал. Ну, хотите, берите, хотите, не берите. Знаете, люди говорят, Андрей Андреевич, там очень много было таких комментариев, Андрей Андреевич, да вы не представляете, сейчас все, кто из России, все откажутся и все уйдут с вашего канала и так далее. Послушайте, уважаемые господа, да мне вообще все равно. Я этот блог, который я называю YouTube-каналом, веду из состояния, такого внутреннего состояния и желания помогать просто людям. А нравится, не нравится, уходи, нравится, смотри. Я хочу вам сказать, что все равно придет время, и кто бы там куда ни ушел, все равно ко мне вернется. Почему? Потому что я единственный, кто возится с людьми, единственный, кто дает информацию, вот так, единственный, кто может ответить на вопросы, единственный, кто попадает с ответами, понимаете? А там... Уже что только не пишут, знаете. Не нравится, я что, кого-то сильно держу или там, а ну-ка, нюхать. Да вообще все равно. Пусть хоть все. Вообще все равно. Дело в том, что я зарабатываю на другом. Я зарабатываю не на инфобизнесе. У меня есть с чего зарабатывать, и я в жизни уже состоялся.